Это произойдет снова. Или происходило раньше. И то, и то. Продолжай. Это воплощение фантазии. Ритуал. Фетишизация, иконография. Это его видение, ее тело, карта парафильной любви. Чё? Физиологическое влечение к фантазиям и действиям, запрещенным обществом. И книжки свои цитируешь? Да. Ее колени ободраны. Ссадина на спине. Герпес, больные десны, плохие зубы. Вероятно, она была проституткой. Он мог ее и не знать. Но все это его фантазия. У тебя, что ли, в книжках написано, как поспешные выводы делать? Догадка плюс улика? И готов целый сюжет в поддержку твоей теории? Ей же во вред. Посмотришь на ее документы. Хорошо. Такие вещи в вакууме не происходят. Наш преступник не новичок. Тут четкий модус операнди. Слушай, сейчас не время и не место. Но ты должен прийти к нам на ужин. Мне уже неудобно перед Мэгги, так что приходи. Хорошо. Гордон.